Кератоконус – это дегенеративное заболевание роговицы, приводящее к ее постепенному утончению и конусообразной деформации. Так как роговица является основной фокусирующей линзой глазного яблока, любое ее искривление ведет к искажению изображения, проектируемого на сетчатку. По мере развития болезни деформированная роговица становится все более конусообразной, а зрение – более смазанным и искаженным. Из-за неправильной формы роговицы пациенты с диагнозом кератоконуса страдают сильной близорукостью и высокой степенью астигматизма, которые не поддаются коррекции с помощью очков.